Киевской области на рассвете автомобиль с бюллетенями попал в аварию. Три человека погибли, а пятеро оказались в больнице. Водитель машины «Рено» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В авто, которое стало причиной ДТП, ехали представители участковой избирательной комиссии села Вишенки Бориспольского района. Они перевозили бюллетени и протоколы в Яготин. Целые и невредимые остались только бюллетени. Их отвезли в окружную избирательную комиссию. На даний час працівниками слідчого органу встановлюються всі обставини ДТП та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Лейтенант міліції, який здійснював охорону бюлетеней, важко травмований, достав табельну вогнепальну зброю і забезпечував охорону саме цих бюлетенів. Дочекавшись вже працівників міліції, він тоді почав втрачати свідомість. А под Дебальцево в Донецкой области члены избирательной комиссии попали под обстрел. Ночью после подсчета голосов на участке они перевозили бюллетени и протоколы из Углегорска в Краматорск. По дороге машину обстреляли. Из членов комиссии никто не пострадал. Избирательные документы перевезли днем.